Я тот был персонаж, которого можно было объяснить. А вы этого не делали, вам просто впадло было. Мало было приятных моментов. Да, у меня чувство вины. Я 18 лет сбежал от вас. Я по своей сути ничего не умею. Звездная болезнь нет-нет выскакивает. На лбу написано же, помню, с чего ты начинала, как жила твоя семья. Очень переживал за тебя после развода с Кариной. Ты уже это пережил? Нет. Зачитаю вам неправду. Выходит интервью, где она про развод это все рассказывает, как есть. А я нашел себе только вот абсолютно недавно, да, вот девушку, с которой мне хорошо. У тебя изначально функция, она достаточно очень милосердная и добросердечная. Ты расстроился, когда узнал, что биологического отца не стало? Да, нет. Это лицемерие. Или боль? Это не знаю. Здравствуйте. Это «Честное слово». Самый откровенный проект о человеческих отношениях. Меня зовут Баршев Георгий Олегович. Я являюсь криминальным психологом и экспертом в области детекции лжи. Сегодня у нас в студии известный блогер, музыкант, боец Евгений Ершов и его мама Елена. Здравствуйте. Здравствуйте. Опыт полиграфа прохождения есть какой-нибудь? Не то чтобы не было. И не доводилось даже мысли в эту сторону подумать. Да и в принципе я... Видишь, буквально недавно начал углублять людей, так скажем, в свою личную жизнь. У меня всегда было лично-лично, и я особо ни семью не уводил, ни свои личные какие-то эмоции на показ не выводил. Там, я могу говорить одно, думать на самом деле другое. То есть я понимаю, что для людей там одна, допустим, правда интересна, ну, намного будет интереснее, чем вот есть она на самом деле. Сегодня проверим, где истина. Ну, что-то типа того, да. Мне интересно, я вот не понимаю, как оно будет работать. Я и сам, если честно, попытаюсь, наверное, что-то закинуть, а прокинуть такое. Интересно, будет спалиться, не спалиться. У вас как ощущение? Какие ожидания? Ожидание того, что я бы хотела узнать, если у нас есть какие-то недосказывания с сыном, да, недомолвки какие-то, может, какие-то есть вопросы, которые мы не решали раньше, не здесь мы все-таки раскроемся и будем ближе. Отличное, наверное, начало и желание решить какую-либо проблему – это самая основная часть, которую должен иметь человек при движении к развитию. Итак, отличный настрой. У нас впереди белый раунд. У нас будет ряд вопросов. Вопросы все нужно задавать именно от души. Не так, как написано. Может быть, у вас они переформулировались. Может быть, каким-то образом вы хотите их дополнить. У нас открытый диалог. Вот смотри, когда я в Москву уезжал, ты же меня... Я помню, ты меня останавливала фразами «большой город», «съезд», «что ты будешь делать». Честно, ты переживала, боялась, что у меня ничего не получится? Да. Давайте задам немножечко вам вопрос. Да, это правдиво в этой формулировке. Но он здесь звучит как «переживали» или «волновались», ладно, смягченное. А ладно. Если мы зададим более прямо вопрос? Когда я уезжал в Москву, ты думал, что у меня ничего не получится? Да. Вот это тоже правда. А почему? Ну, мне казалось, что он не такой еще сильный, чтобы уехать, и там все так сложно, все, тем более поменялось, тем более все. Мне казалось, что... Ну, а куда ехал именно? С какой целью? Учиться... без цели. Надоело. Просто приехать. Хотел просто больше города, хотел движения. Себя показать, людей посмотреть. Да не хотел себя показать. Я хотел расширить то, что у меня было, сделать это более масштабировать. Он мне как-то сказал, что мама, мне в Краснодаре тесно. Тогда вы поверили в него? Я видела в нем, что он уже решил. То есть назад там невозможно было отговаривать. То есть все, я видела в его глазах, что он решил. А если он решил, я знаю по себе, то это должно быть. То есть там было так. Я уехал, я просто посмотреть. Через пару дней я вернулся, хорошо, я уезжаю. А ты помнишь, когда ты мне это сказал? Что ты уезжаешь в Москву? Мы ехали к бабушке на юбилей. А я сидела сзади, а ты впереди сидел. И ты говоришь: мам, я уезжаю в Москву. Я сижу, у меня аж слезы на глазах. Как? Ну, я, говорит, просто посмотрю. Я просто посмотрю и вернусь. А лет сколько было? 18. 18 лет, да. А какие у вас были планы по поводу его будущего, если не Москва? Не было планов учеба, особо. Вот, работа? Я даже не знала. Какую учебу я ПТУ заканчиваю? Как вообще это все будет? Я не могла, я не видела. Что-то должно быть, а что я не могу сказать вообще, если честно. Да я уезжал, я с девушкой расстался, и свалить хотелось куда-нибудь. Это такие первые самые отношения. У меня еще двое в жизни было. Я рекламу «Удавы» купил.
И появился момент, снять нужно было совместно. Я полетел в Москву просто снять совместную рекламу. И побыв неделю в Москве, я понял, что я хочу здесь остаться. Хочу дальше быть в Москве, хочу двигаться. И я считаю, что наоборот, чем больше город, тем интереснее, тем максимально, максимально круче. И самый прикол, что в Москве мне понравился такой момент, людям всем на тебя пофигу. Ездила в Москву по бизнесу. У нас были магазины, поэтому приходилось ездить на рынке за товаром. Все эти дни мне приходилось с одного конца Москвы в другой ехать. То есть там купила, что-то там купила. Некогда было покушать, некогда было вот вообще отдохнуть. Очень было сложно, поэтому для меня Москва реально, это очень сложно, очень тяжело. Тем более город огромный, большой, и ехать 18 лет непонятно куда. То есть нет ни родственников, никого рядом, абсолютно никого нет. Глаза горели, и он сказал, что все будет хорошо. А потом, с другой стороны, думаю, ну, не получится, но вернется. Никто его не запрещал, потому что запрещать на тот момент оно было просто бессмысленно. Ты обижаешься за то, что я не давала тебе денег в школе? Тогда да. Это правда. Я сейчас дораскрою. Но вообще, это научило меня их зарабатывать с самого раннего детства. Я постоянно что-то мутил, где-то бабки брал. Я бы чуть-чуть задел, знаешь, вопрос не в целом какой-либо ситуации, которая была, а, наверное, более обобщенная. Ты считаешь себя ранимым человеком? Чем? Вот здесь я бы тебе сказал, что неправда. Да? Что плохого в ранимости? Я не считаю, что это плохо. Я просто, ну, я быстро забываю. Быстро забываю? Быстро, да, я быстро. То есть я могу, нет, ну вот тут, да, правильно. Я могу в короткой перспективе обидеться, разозлиться, но очень быстро отпущу. И ты быстро это залепливаешь, убегаешь, уходишь, но ты всегда все помнишь. Ты помнишь каждое слово обидное, каждый тон, который сказали. Ты очень хорошо оцениваешь. Есть же блюдо, которое подается холодным. Интонацию. Ты все всегда впитываешь. Ты прекрасно понимаешь маневр другого человека из-за его отношения к тебе. Ты научился это очень хорошо считывать. Но при этом ты научился это еще и не демонстрировать. Если я обижен, не показывать этого. Ты не то, что не показываешь, ты на обиде строишь некий психопортрет человека и понимаешь его маневр дальше. То есть я могу позволить человеку что-то лишнее в свою сторону, не показав этого? Не показав этого, чтобы в дальнейшем поиспользовать. В дальнейшем это использую. Да. В новое общество, когда попадаешь, ты им сможешь и попровоцировать, и поанализировать. Для тебя это инструменты. Не цель показать себя, что я вот такой вот негодяй, да, а потому что ты посмотришь, как кто среагировал на то, к чему не адаптирован. Поэтому реалити-шоу мне так подходят. Поэтому я так люблю в реалити-шоу участвовать. И вот те же «Звезды в Африке» я прям кайфовал. Это вот, считай, общество, которое меня не знает, и я преподношу себя. Я очень градировал эмоции. Я сейчас сразу залетел с импульсивного, как вот кучный, прям вот плохой человек. Но вот буквально в следующий день переобулся, создав очень сильный маневр, типа, в отношении к себе. И люди очень... То есть ко мне начали относиться резко хорошо. Потому что, да, потому что контраст у меня это большой. Резко. Ну, а вызов, да. Помнишь, там то же самое было? Тоже, да, да, я контрастировал. Сначала тебя вообще никто там... Ну, все не любили. Не любили, а потом... Да, единственное, опять же, да, есть состояние, вот как я тебе говорил, знаешь, в чем именно сложность? В импульсивности вот этой. В конечном итоге ты можешь потерять то, что зарабатывал годами. Поэтому я стараюсь делать много сразу всего. Потому что там три дела порушатся, у меня еще 8. И сколько есть. Ты говоришь, выстреливает из 10? Нет, много, все почти. Вот все, что я делаю 3? Сейчас. Нет. Это больше про обещание, скажем. Да, но это и есть уже направление. Нет, я могу обещнуться везде как угодно, да, чем угодно. И зачастую я это делаю для достижения какой-либо цели. Если я обещнулся и не выполнил, скорее всего, это как сказать. Ты потом выбираешь из этого всего, что тебе больше подходит. Да, да. Но да. В итоге это все энергия. Обещания, договоренность, контроль, я споры. Не, да, но это для, только для тех, кто это запоминает. Да, да. Но не для меня. Но я этого не запоминаю. Я тебе к тому, то, что если сократить и вывести это в контроль, в дисциплинный, диалоговый, ты увидишь, что ты вот это все, что здесь потратил, направишь в одно русло, вот в тот десяток, если его правильно проанализируешь, не будешь это распыление делать, стартанешь еще сильнее. Факт. Нет, тут я согласен. Вроде как и понимаю тебя, но могу, вдруг я неправильно понял. А у тебя другой реакции, кроме как сопротивления, сейчас и не может быть. Я работал в своей жизни один день. И вот в этот день я понял, что работать я не хочу. Я к деду пришел денег попросить, он мне дал работу перекопать весь огород. И я в первом классе был, я пошел перекопал весь огород, он мне дал косарь, я купил, я добавил денег, которые у меня остались в нюхе. Я купил себе Walkman Sony Ericsson, такой с джойстиком, бело-оранжевый. И это был единственный телефон, с которого на другие телефоны можно было по их порту игры передавать.
И я у мамы, через маму купил симку, мама купила мне симку с интернетом. Я понакачивал игр, продавал в школе их. Продавал на другие телефоны, потому что у 95% была симка только позвонить. Интернет дорогой, интернет никому не подключали из детей. И я эти игры продавал. Также у меня родился во втором классе брат, третий. Мы стали многодетной семьей. Меня кормили в школе на 50 рублей в день, там давали порции еды. Я договаривался, чтобы это были булки, и продавал эти булки. Я постоянно чем-то барыжил, я постоянно что-то делал. Я там на родительский день возле кладбища цветы продавал, которые своровал на дачах только что. Типа там съездили на целые банды. Ну, я постоянно в детстве крутился. Денег не было у семьи. Что-то хотелось постоянно купить себе какие-то покупки. Там. Я и воровал в детстве. Меня отучили, это быстро отучили. Я быстро, когда бабушка там, пришла в слезах один раз, что вот я у ее подруги что-то украл, ей стыдно было за меня. И вот я пообещал, что это будет последний раз в жизни. И это стало последним разом в жизни. Я больше не воровал. И было постоянно бесило, что я видел деньги, но постоянно это не мои, это нужно отдать. Всю дорогу нужно было что-то отдать. И это не обида, это, знаешь, как больше такая злобная мотивация. То есть нужно было бабки откуда-то достать. И я справлялся с этим, у меня на моей хотелке бабки всегда были. Ты мной горишься? Конечно. Про гордость, да. Мне кажется, это честный ответ. Но мне кажется, ты сам заметил, что была и доля какого-то сомнения. Но нет. Сомнение не про гордость. Ладно, давайте. Есть за что стесняетесь? Да. Ответ правдивый. А что сейчас стесняешься? Ну, когда позволяют ругаться матом. Угу. То есть это смотрят знакомые, родственники? Ну, да, вот. А, как бы, в сети? Нет. В жизни? Вот мы приезжаем, приезжает в гости, да, например, там бабушка, дедушка, он, ну, позволяет как-то вот, и мне немножко... Крайности для вас. Да, я не ругаюсь. А для меня это просто... Я понимаю, да. Способ общения. То есть я могу и общаться без мата, но... Скажи мне, а есть ли вообще вот родители, в которых вот ничего не смущает в своем ребенке? Я такого формата стал персонаж, что я могу общаться по-другому там, где это нужно. Действительно нужно делать этого поменьше. Очень часто это уже становится таким вычурным. Плюсы, которые я выкручиваю, они вот эти плюсы подгашивают именно вот моя форма общения, моя грубость. Но это твой стиль поведения. Это во-первых, да. Это как, знаешь, постоянная отыгровка своего персонажа. А за что именно гордитесь? Вот поднялся так, то есть он стал таким известным, таким вот проходишь по улице с ним, да, все пытаются фотографироваться, все как бы, ну, я смотрю, да, узнают, и для этого, ну, конечно, это просто вот, для меня это вот молодец, успех. И супер успех, да. Да, то, что он, все-таки у него была цель не жить так, как мы жили. Ему хотелось вырваться, ему хотелось жить, ну, лучше, ему хотелось реализовываться, то есть ему хотелось показать, что он может. И он поехал, и все-таки у него получилось, и я понимаю, что было все сложно, не было ничего просто так, абсолютно. На первый взгляд можно было сказать, что там деньги просто текли рекой. Нет, абсолютно нет. Я все видела прекрасно, как он работал. Вот это все, это было непросто, на самом деле. А могу ли я сделать что-то, чтобы ты стал со мной откровеннее? Больше нет. Более чем сейчас я откровенно не стал. Это правда. А что ждете? Ну, если там, если ты что-то не договариваешь мне, что там что-то я не знаю, только например. То, что тебе, я считаю, не нужно знать. А за что переживаете? Вот именно что за все. За что именно конкретно переживаете? Переживаю, во-первых, за бои за его. Угу. Что это все равно это. Нет, удары. Именно в недоговорках. Полезет ли он во что-то рискованное? Да. Мама боится, что ты пойдешь на какое-то экстремальное действие, не сообщив об этом, подвергнув себя к чему-то. Так если я скажу об этом, как это изменится? Что изменится? Поэтому если задать вопрос, сообщит ли он вам, если полезет во что-то экстремальное? То не сообщит. Нет, не сообщу. Потому что говорю, мама переживает за все, а зачем мне лишний раз накидывать? Тем более то, на что она все равно не повлияет. Да. Ну, в принципе, я такая же. То есть я родителям никогда ничего не рассказывала, делала все молча. И то я тебе все рассказываю. Ну, я говорю, потому что ты мне все рассказываешь, да, ну, 90% Я родителям своим вообще ничего не рассказывала. Да, мне кажется, если я больше буду рассказывать, я буду меньше. Не то чтобы меньше нравится, я буду ее больше, я шокирую ее, мне кажется. Много есть
такого, чего бы я не хотел, чтобы узнала ни мама, ни мои там дети, условно, готовы будут. Что я, как мама, должна знать, да, и даже знаю больше, получается. Если какие-то у нее есть проекты, которые, например, мне не нужно знать, я и узнаю это все в свое время. Как ты считаешь, вот мне мой характер мешает в продвижении дальше, выше? Да. Ответ «да», это правда. Подожди. А в какие черты характера мне мешают дальше? Ты очень вспыльчивый, немного к людям относишься свысока, а к тем, которые рядом с тобой. То есть, мне кажется, нужно как-то быть к ним по-другому относиться все-таки. Как снисходительно. Да. Окей, но как это мешает мне в продвижении дальше? Рядом люди, которые... Люди, которые, подожди, которые у меня дома живут за мой счет, имеется в виду, которым я помогаю. Мне интересно, я спрашиваю, я же интересно. В каком смысле я свысока отношусь? Вот я думаю, что если бы ты бы по-другому относился к ним, я просто... Как по-другому? Кому, ну, например? Подожди. Вот, к примеру, вот сейчас мама пытается раскрыться. Я глушусь. А ты гасишь, окей. Потому что ты понимаешь, что это могут задеть, ты это воспринимаешь как личный вызов сейчас. Ладно, я спрашиваю. Я слушаю. Да. Это просто мое мнение. Да, я понимаю, как бы, мама, да, мне же я интересно. Просто смотрю со стороны, да. Мне кажется, если бы ты был к ним, к своим людям, с которыми ты работаешь, лояльнее, да, как-то вот, то у тебя еще бы лучше все было. А кому вы? О ком ты говоришь? Были примеры, есть какие-то у тебя такого поведения моего, как скажем, надменного? Над людьми, с которыми работаю. Мне просто реально интересно. Так считаешь или ты это видела? Я видела. Я говорю о том, что я видела. Угу. Ну, например, вот работал этот Артем, помнишь? У тебя работал Артем. Я понял, мам, но помощники... А что там именно? Помощники и персонал, который выполняет задачи, они никак не влияют на мое дальнейшее продвижение. Это... Как, извините, может быть, плохо сказано, помощник — это как обслуживающий персонал. Ты ему даешь задачи, которые ты решаешь, а он просто их исполняет. Там банально сказал, купи там, не знаю, красные шарики, он приходит с черными, там, условно, это я тебе... Но он говорит, ну я же шарики принес, вот такого формата человек. И я его и выгонять не хотел, потому что я понимал, что на улице где-нибудь оставим, у него ничего нет, я его дал работу. И дальше я не собирался это хавать, я деньги ему плачу, понимаешь? Одно дело общение с друзьями, и другое дело общение с теми, кому ты платишь деньги за выполнение твоих функций. И если он не отрабатывает деньги, я могу два варианта выбрать. Либо решаешь штрафовать на бабки, либо вот я буду морально долбить. Единственное, естественно, никто не хочет терять деньги, понимаешь? Ну а потом, когда я уже морально долблю, когда они уже, знаешь, некоторые говорят, давай лучше деньги, а не, уже так не пойдет. Что ты, выбираешь, как тебе удобнее, что ли? Ну то есть в этом плане, как человек, с которым работать, да, я сложный. Как человек просто характерно, обычный, вот взять меня с точки зрения там, товарища, приятеля, персонажа, я не сложный, я простой. То есть у меня, в принципе, я по своей сути ничего не умею, но делаю все. Потому что у меня каждый момент не просто на кого-то делегирован, а есть человек, который имеет там условно процент, которому интересно, чтобы это всегда было на плаву. А я лишь помогаю этому дальше, то есть дальше проявляться, развиваться и так далее. И люди, которые действительно хотят, у нас с ними все получается. 8 лет мы с человеком двигаемся. Как ты считаешь, ты общаешься с людьми порой, с кем угодно, резко, грубо и как? Свысока. Свысока. Как ты считаешь? Да. Как ты считаешь, это вредит каким-либо отношениям твоим с людьми? Мы не говорим про профессиональное. В целом. Вообще в целом, возможно, да. 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 И это правда. То есть ты понимаешь о том, что есть не улучшение, а ухудшение диалога. Ну, в небольшой части. Мы не назовем его негативным. Я это допускаю только там, где мне это допустимо, так скажем, да. Не помешает. Да, да. Это да. Факт. Мама говорила как раз-таки вот про вот это, вот. Наверное, кусочек. Я уж поэтому и пытался узнать, кого она имела в виду. То есть я не считаю, что у меня сложный характер. У меня характер из крайности в крайности. Либо ты, если ты делаешь хорошо, я к тебе хорошо. Если ты что-то делаешь плохое, я к тебе очень плохо. То есть я не могу относиться нейтрально к человеку, допустим, который сделает мне говно. Я буду объективно на него зол. Зол, и я сделаю говно в ответ. В любом случае сделаю, я не схаваю. Просто я видела, как он общается там со своим... помощникам, еще там людьми, которые работают на него. Но я не видела, как он общается реально с партнерами. То есть этого я не видела. Он очень щедрый, очень добрый. Вот
я не знаю, вот такой вот человек, который вот последнее отдаст просто. И ему хочется всегда кому-то что-то дарить, покупать. Вот, вот ему, он, мне кажется, от этого кайф испытывает. Не как вот получать, а как вот делать подарки. Вот такой вот он человек. Ну, а с другой стороны, да, вот он рисковат. Как ты думаешь, у меня есть звездная болезнь? Да. Это правда. Как ты считаешь, у тебя есть звездная болезнь? Нет. Я тебе зачитаю это как неправду. Ну, я бы не сказал. Я максимально обычный пацан. Угу. Действительно. Как свысока, но над всеми. Ты стоишь высоко. Ну, хотя нет, да, возможно, я так и делаю, да. Но я себе цену знаю. Нет, у тебя, я вижу, невыработанный потенциал еще за троих тебя. Я вижу, что ты в самом начале. Я вижу, как ты можешь это все создавать и делать. Мне кажется, активность у тебя, идеи и желания за троих, за десятерых, за 20 человек. И, естественно, с твоей энергетикой и энергии достижения, достигаторства людям в виде помощников будет достаточно очень тяжело делегировать свои полномочия и свои объемы и найти человека, который будет работать на той позиции, которую ты хочешь, просто невозможно. Угу. То есть тебе надо либо себя клонировать, либо найти ровню, либо выше, но им надо и платить, и делегировать, они сделают все хорошо. А если ты берешь уже изначально человека, который по своему статусу стоит ниже, чем ты ему делегируешь обязательства, ты это просто и не найдешь. И, естественно, там будет выходить конфликтная ситуация, и это совершенно нормально. Я, знаешь, как эту грань оцениваю? Я слежу, допустим, как ко мне относятся вот работники в офисе, к примеру, в офисе вот в инсайда какого агентства, в котором я нахожусь. И я примерно варьировал, и, допустим, как они относились ко мне изначально, как относятся сейчас. И если... С тобой спорить тяжело? Ну, невозможно. Я в любом случае прав. Да. Поэтому, как считаешь, они относятся к тебе из... Они относятся, потому что я такой, я персонаж. У меня получается... Они, во-первых, видят, что что бы я ни сказал и ни сделал, все равно я в выигрышной останусь ситуации. Вот я о чем и говорю, поэтому этот заход не считает. Здесь как будто бывает такое, что мне как будто, не знаю, жизнь сама делает так, чтобы у меня получилось. Я могу просто забить, и оно получится. Все верно. Поэтому здесь выстраивать подобную форму диалога, тебе высказывать какие-то претензии, это будет нереально. Поэтому, да, мы туда и... Это нужно, чтобы я человека статусом выше себя ставил, чтобы... Либо человек должен быть, да, который сможет вытянуть и оспорить тебе диалог, и еще и доказать. Тебе надо доказывать ту функцию. И то, если тебе докажешь, то это еще и не факт, что ты примешь. Ты выслушаешь и скажешь. Поэтому я у тебя вообще мыслительный процесс здесь вижу. Там мысль меняется одна за другой, быстро убежала, третью сменила. Иногда даже, когда ты понимаешь, что ты уже не прав, но ты уже в следующей мысли, и неинтересно даже слушать. Да, а это ты там видишь? Это мне нравится. Я не считаю, что у меня есть звездная болезнь. Звездная болезнь — это когда ты надменно ведешь себя, там, не знаю, совсем. Я всегда там, как тебе сказать, с пролетариатом, с людьми. Я люблю людей, я всегда общаюсь хорошо с персоналом. Там, если на боях, я с охраной скорее буду стоять, общаться, чем с ребятами, бойцами там, и так далее. Да, он как-то сказал мне даже, я специально делаю, что я недоступен, чтобы человек понимал, что я непростой. Звезда. И по отношению вот к своему брату. Я говорю, так нельзя делать, потому что это брат. Я говорю мягко и отхожу, потому что как бы я не хочу конфликтовать. Я могу сказать, когда вижу, что хорошее настроение у него. Я начинаю там что-то говорить, да? А когда вот такие моменты, когда мы просто по телефону с ним разговариваем, я же не могу быть рядом и контролировать его состояние. Мало ли какая там у него проблема, да? И поэтому я стараюсь мягко доводить до него вот эту информацию всю. Звездная болезнь нет-нет выскакивает. А как считаешь, я хуже справлялась с твоим воспитанием, чем с воспитанием твоих братьев? Да я не знаю, как ты их воспитываешь. Может, помнишь, я же тебе тоже какие-то советы даю на фоне того, что... Да, смотри, да. Ответ да. Это правда. А я как шаблон использую тебя. Вот смотри, вам, ты вот это делал, не надо было этого делать. Вот я сейчас остановлю, помню, вот я тебе говорю в сторону братца пацанов. Uh-huh. Там, перестань это делать, хватит то-то делать, там, так-то нужно с ними, типа, здесь по-другому. То есть ты сама сейчас начала по-другому к Коле, допустим, к тому же относиться, да, то есть к Жене, ты относилась к ним. Мне кажется, вопрос, ну, неправильно сейчас сформулирую. Да, ну, давайте еще раз. Как считаешь, я хуже справлялась с твоим воспитанием, чем с воспитанием твоих братьев? То есть я тебя хуже воспитывала, чем их? Да. Да, это туда же, да? Да, хуже. Угу.
действий. А как вы считаете, подождите? Ну, мне кажется, что я сейчас немножко перебарщиваю с мелким, в том плане, что я... Мама, у вас самая главная проблема была «нет» и все. Без объяснения причины. А меня это раздражало. Я тот был персонаж, которого можно было объяснить. А вы этого не делали. Вам просто впадло было. Нет, и все, отстань. У нас своих дел полно. Вот о чем я говорю. Хуже. Вы вообще меня не воспитывали. Делали так, как удобно вам. Вот о чем я говорю. А получается, что двоих твоих братьев мы воспитываем лучше? Да. Вы занимаетесь ими. Общаетесь, спрашиваете. Понимаешь, Коли там, условно, вот ты занимаешься. Ты изучаешь, как правильно сейчас себя вести. Вспомнят, думала, как меня воспитывать. Ну, вы хотели просто, чтобы я не доставлял проблем. Я это понимаю. У вас период становления был. Вы там бизнес развивали, себя развивали. Там кризисы 8-го года. То есть я беру многие факторы в аспект. Но именно если взять... как готовую модель, да, вот их воспитание мою, да, хуже. Так ты сам говорил, что с тобой мы, да, ты рос в строгости, да, и это для мальчика, мне кажется, это даже лучше, чем со мной обращались строго, да, как для девочки. Так я от вас сбежать, я 18 лет сбежал от вас. Как только мне было возможность сбежать, вы просто меня отпускали. Да ты не сбежал. Вы не давали возможность мне съехать от вас, я давно мог это сделать, вы не давали. Ну, потому что у тебя не было 18 лет. Поэтому 18 лет что делал? Сбежал, сразу съехал. Да не сбежал, съехал, просто с квартиру уехал. Нашли, я сняли квартиру уехал, и все. И ну, через два дома жил, рядом. Потому что район удобный был. Но в итоге остался обиды на это? Да я же говорю, осознанно нет обиды. Я не скажу там, типа, зачем ты так делал. Нет, это... Я понял, у меня такая позиция. Любая ситуация, которая с нами произошла, хреновая, хорошая, это опыт. И из этого нужно что-то извлекать. Если мы говорим об агрессивной реакции, у тебя ее нету изначально. Есть блюдо, которое подается холодным, да, но это как поучительный элемент подается вот, у тебя. Да. Мы не говорим здесь о том, что ты импульсивный агрессор. Нет. У тебя вообще агрессивная, у тебя изначально функция, она достаточно очень милосердная и добросердечная. Но ты ее достаточно очень хорошо погасил. Ты изначально за мир, за добро, за создание и действие. Да. Ты очень, ты ищешь, чем оправдывать людей всегда. Чем оправдано их желание, нежелание, действие, бездействие и т.д. подобное. Тебя будут поражать люди, которые на этом ничего еще и не строят. Больше, наверное, ленивые, бестолковые, агрессивные. Ну да, я зачастую, я не знаю, может быть, фартануло, что от всех вот этих ситуаций я взял для себя какие-то позитивные моменты, что я не вырос, знаешь, озлобленным на весь мир, там, типа, хотя мог. На самом деле, вот, люди, которые часто, вот я общаюсь, да, вот с такими, как ты сказал, и действительно из детства, из подобных вот ситуации, у них эти корни идут, потому что они злые, агрессивные там. Меня не учили, меня не объясняли. Когда ты воспитываешь, ты можешь что-то запретить или чего-то лишить, объясняя человеку, почему я так делаю, чтобы он из этого вычел урок. Я же урока не получал, я получал лишь озлобленность на них. А как говорится, запретный плод сладок. И все, что мне запрещали, я с лихвой наверстал, как только отделился от них. Ты считаешь меня агрессивным по отношению к тебе? Да. Нет, правда? Знаешь, что я маму фиксирую? У нее с самого начала есть изюминка страха, но страх тебе возразить, сказать. Потому что если даже скажешь тебе что-то глобальное в минимальной от него форме, ты можешь вспыхнуть, нагнать туда много эмоций, а мама у тебя глубоко впечатлительный человек, и она вроде высказала мало из того, что хотела, и еще и получила много, а теперь ей переваривает месяц. Факт. Но это и в пользу же играет. Кому? Ей. Ты вспомни, как диалог строился, после которого ты начала этим делом заниматься. Я и сагрессировал на тебя. Я сагрессировал очень сильно. И что потом и что дало тебе момент задуматься и решить, что ты все-таки хочешь вот чем-то заниматься, что-то свое делать. Твоей мамы решительности не столько, сколько у тебя. Ты через свою решительность, через формы, может быть, более громкой, яркой позиции даешь. А мама привыкла действовать, если есть какая-то уверенность, вот как раз-таки решительность, которая есть. Mm-hmm. Которая, если что, она возьмет не на себя, а скажет, ну, вот меня привели, поставили, сделали. Mm-hmm. У тебя мама очень хороший, видимо, исполнитель, который прекрасно понимает, что вот если есть приказ, пошли по приказу. Прямо, ровно. Может внести свою какую-то творческую основу, mm-hmm. или еще что-то. Здесь я не соглашусь, нет. Это мама. Я. А может, сам,
исполняет. Я имею в виду, что я не соглашусь с тем, что мама исполнитель. Мама как раз нет, тот, кто дает задачу. Не, я не про исполнитель по сравнению с тобой. Что мама последовательно задачи, ей нужно определенный алгоритм. Да, факт делает. Да. Он просто сказал мне: мам, почему ты ничего не делаешь? А я была как бы на расслабоне, то есть я думала, что я все сделала в своей жизни. Кстати, она рассказывает и про твои же качества. Ты иногда мимо ушей пропускаешь, если не готов к диалогу. Ты, если вдруг там где-то накричал, создал для себя значимость, она пропустила это мимо ушей и восприняла только диалог, который был второй. То был второй диалог. А первый диалог ты мне сказала: мам, ты же можешь, ты же сделаешь. А второй диалог, я тебе сказала, что я нашла, то есть я после этого начала искать, чем заниматься. Ты мне сказал, что вот ты как бы... Да, то шить начала, то еще что-то. Я начала шить, учиться шить. Я что только не делала. Я думаю, хочу что-то свое сделать. А потом я позвонила, когда я уже нашла, я позвонила тебе и сказала, что вот есть такая тема. Ты мне сказал, что да, мам, давай, классная, крутая тема. Да, я ошибся. Классно. Нет, не ошибся, вы нашли здесь диалог просто этот. Да, я вспомнил. Никогда не было агрессивности во зло. Я всегда во благо агрессив. Меня что-то бесит, что она боится, переживает, оттягивает, там, пытается, знаешь, там она такая: блин, ну как тебе? Я говорю: да скажи ты уже. Ну, то есть вот так она проявляется. То есть агрессивность в нерешительности, в том, что я бы хотел в ней скорее убрать, наверное. И я сейчас вот здесь на самом деле понял, что это ошибка. Что можно просто другому это давать возможность не пытаться это эмоционально погасить, а может быть раскрыть и понять, в чем, почему так. В Москве он стал таким. А так он резким никогда не был. Он, когда рос, ему было 18 лет, он наоборот как-то ко мне тянулся. Он приходил и говорил: мам, пойдем с тобой чаю попьем, пойдем поговорим с тобой. Другой темп, абсолютно другой темп, это не как мы в Краснодаре живем. Спокойно, да, нагрузка, конечно, колоссальная у него. Раньше таким не был. Я когда-нибудь тебя разочаровывал? Нет. А засчитай как неправду. Есть такое состояние человека, когда... Я не хочу анализировать никакой негатив в отношении своей родственной души, в особенности детей, со стороны родителей. Есть разочарования, которые мы потом не фиксируем и не убираем. Они остаются как определенная фоновость. И если вспоминать, то мама сейчас хочет тебя только поддерживать. Ну, вероятнее всего. В действительности она не вспомнит конкретный момент, но это как закрытая, закапсулированная капсула внутри. А помнишь, когда я приехала к тебе, я часто прилетала раньше с самолета, когда летали с Краснодара, чаще прилетала. Вот, я прилетела, а ты потом меня провожал на машине. То есть ты за рулем был. Вот. А у меня 10 лет уже закончилось, права закончились, и нужно было пересдавать, ну не пересдавать, а продлевать. Но я поняла, что мне это не нужно. Муж ездит в машине, я рядом с ним, то есть как бы машина одна на двоих, оно как бы, думаю, не нужно. И у меня сын спрашивает: мама, почему ты не ездишь за рулем? Права нужно продлевать, мне это не надо. И он мне говорит: вот тут ты продлишь свои права, я тебе куплю машину сразу. Он про машину забыл, но я права продлила, и я спасибо ему хочу сказать, что если бы по-другому было, если бы он не сказал бы так, то я бы их не продлила. Mm-hmm. То есть я бы ездила в пассажиром. С адаптированным. Да. Да, забыл про ситуацию. Я говорю: не тебе, а вам. Вам. Нет, нам машина была. У нас одна машина была. Ты говоришь, тебе. Так, давай вопрос тогда такой. Предложение с машиной в силе? Если есть необходимость, да. Как лавируешь из ситуации? Сейчас, наверное, не разочарование больше, какая-то расстроилась. Она расстроилась. Ей, может быть, стало неприятно, но нужно было сказать. Видишь, мы пришли еще к тому, что мне нужно говорить. Я забываю, она это прекрасно знает. Если мне что-то нужно, я с живого тебя не слезу. Я считаю, что каждый человек, он должен продавливать. Если ему что-то нужно, он должен к этому идти. На пассиве мало что принесут тебе на блюде. Знаешь, пока они будут нести, половину растеряют. Понимаешь, ты должен сам пойти и взять то, что ты хочешь. Сейчас самое главное, понимаешь, просто для них, я понимаю, что сейчас главнее для них это развитие дела, которым они занимаются. Mm-hmm. Конечно, нет, сейчас... Нет, но при этом ты не солгал, у тебя не было сейчас чувства где-то увертеться, ты в себе очень уверен даже с приобретением автомобиля. Но хитрец сказал, что ты увернулся в какую-то другую мысль, но ты сейчас пояснил, что это был бизнес, это отлично. А в целом, да, все это правда. Ну, мне фишка в том, что у меня позиция такая, мне не жалко для семьи, для близких чего-то. Я могу не... Да, скажем, знаешь,
не выделять, но понимая, что это как, знаешь, рыбку дать, а не удочку. То есть с учетом того, что сколько было возможностей, да, все равно я давал не так много. Но это и спровоцировало двигаться, продолжать. Но у тебя оценка ценностей, она постоянно сдвигаемая, меняемая и только твоя. У меня с каждым годом, то есть семья, я понял это не так давно, но действовал все равно в этом, в этом направлении. Ну, меня приучили с детства семья на первом месте. Нет, мысли у тебя благородные. Но на первом месте ты или твоя семья? Семья. Ну, тут ты уже слукавил. Слукавил? Ну, может быть. Ну, вот это, не, это наверное... Знаете, если какую-то ситуацию, допустим, знаешь, пожертвовать у себя чем-то, чтобы во благо семьи, я это сделаю. Нет, понятие — это уже героизм, герой для семьи. Это уже другое. Да даже если они об этом знать не будут. Я не про это. Это героизм. Ну, может быть, да. Но из себя, да, я считаю себя главным. А героизм делается для тотема. А тотем делается для главности. Ну вот, да, это так. Я же и не скрывал. Это совершенно нормально. Поэтому я говорю, у нас здесь открытый диалог. Мы здесь не про осуждение, мы наоборот говорим о том, что каждая эмоция, чувство, баланс этого всего, композиция этого всего, это и есть нормально. Ты расстроился, когда узнал, что биологического отца не стало? А, нет. Эмоция сильная, но ты сказал правду. У меня не к нему не обида, мне просто человек. Мир стал только чище от того, что его не стало. Единственное, что он сделал полезное в жизни, это меня. При этом маме твоей неприятно. Мама впечатлительна. А вы как к этому отнеслись? Я отнеслась Нет, дело в том, что я узнала об этом совсем недавно, и мне сказали, что 5 лет назад. То есть это не вчера было, там, позавчера, но мы не общались же. Но реакция просто была совершенно другая, в отличие от... Просто он сказал слово, которое... А, вы на слово больше так среагировали. Без этого слова вы совсем согласны. Да. Ну, реакция понятна была. Говорить о том, что как бы, ну, это же человек уже нет, да, плохого, конечно, не будешь говорить, но у них не было общения, он его практически не помнит. Если помнит, то такие вещи, когда, ну, агрессивные очень с его стороны. А тут получается, что человек, который... Он еще отказался же от него. То есть у него документы есть, что он написал, что он отказывается от него. Мне было немножко не по себе, как бы, да, так, но... Вполне понимаю его. Ты обижаешься на то, что я не помог попасть тебе на поле чудес? Да. Серьезно? Да. Ты обижаешься? А ты потому что пообещал мне. Это разочарование номер 2? Там пообещал не я, пообещал пиарщик. Ну, ты пообещал, ты не представляешь, как я всем рассказывала, что я скоро все-таки буду на поле чудес крутить барабан. Это мечта всей жизни. В итоге разочаровались. Ну, да. Это правда. Почему ты не говоришь никогда этого? Не напоминаю. Ты же знаешь, что я забыла. Я тебе сказала, а ты говоришь, уже нет этого человека уже рядом со мной, который организовывает. Я уже начала там какие-то искать, с кем я могу пообщаться насчет этого, потому что я хочу. Биг факт, что я мог это сделать, но как будто бы я не... Мама уже соленья приготовила. Цена обещанию, видишь? Одна из самых ярких эмоций – нарушение обещаний. Если с машиной было не так, поверь, поле чудес в 3 раза поле выше, чем... Поле чудес – это да. У меня, знаешь как, у меня вот 10 обещаний есть. Минимум 3 я сделаю точно. Или минимум 7 не сделаю. Ну, наверное, так. Смотря с какой стороны смотришь. Факт. Зачастую это, кстати, двигатель моего процесса, потому что я, допустим, более значимым людям каким-то там мне задачу ставить, я с ними соглашаюсь, а в этот же момент я не понимаю, как я это буду делать. Один из инструментов, который позволяет убрать подобную систему взаимоотношений, пообещал, напиши и сделай. То есть берите с него расписки по обещаниям. Да. И компенсаторное действие. Я насчет поля чудес, ну я действительно, ну я не думал, что это вот настолько серьезно. Я думал, что это вот, ну, есть какое-то вот желание такое детское, да, вот попасть и все. Но так человек переживает насчет этого, что вот я обиду даже на меня вскрыл какую-то. Это вот сейчас дало мне почву задуматься. Возможно, исполнив эту, знаешь, такую детскую мечту, может быть, что-то тут в ней поменяется, что-то новое зажжется. И вот сейчас я это понимаю. Но опять же, я это понял, потому что мы это разобрали. Я всегда говорю так: я чем угодно займусь, если тебе это интересно. Мне было 12 лет,
На «Больничный лист» можно было прийти с помощью заявки, и кроссворды составляли. Я нет, чтобы гулять на улице летом. У меня книги, тут какие-то кроссворды я составляю. Я отправляла на «Поле чудес» несколько раз, но меня, понятное дело, не приглашали. Вот. Но мечта, цель у меня такая была. Я смотрела это «Поле чудес», я представляла себе, я говорю, у меня у мамы было голубое платье, блестящее. И когда дома не было, я одевала это платье, я представляла себя за барабаном. То есть это вот 33 года, это мечта со мной. То есть я, ну, это, конечно, будет круто, если вот столько времени прошло, и на самом деле я попаду на «Поле чудес». Ты можешь не узнавать у моих друзей, как у меня дела? Могу. Есть такие моменты, когда я звоню или пишу, а он не отвечает. И мне, я переживаю, там, ну, не отвечает столько времени, да, и не читает даже, может, что-то случилось. Я его близкому другу звоню или пишу. Вопрос такой, можете ли вы этого не делать? Да, можете, но он попросил меня этого не делать. Да. Прям в грубой форме вот такой вот. А вы можете? Все равно этого делаете? Не делаю. Да, больше... нет, сижу за компьютером, подходит ко мне мой тренер, говорит, маме ответь. Вы без этого спокойно можете жить, доверяя сыну, дожидаясь ответа? Да, спокойно. Зачитаю вам неправду. Это факт. Я этим самым... Почему в грубой форме? Потому что меня раздражает, что она волнуется. Постоянно волнуется. Я сейчас дам дополнительный комментарий, поймешь. Вот именно послушай, какой будет комментарий. Мама головой доехала, а привычка нет. Я просто хочу, чтобы она перестала переживать. Перестала, поверь, я не тот персонаж, за которого надо переживать. Даже если вот реально что-то будет, ты ничего не изменишь. Ты же понимаешь, что прекрасно. Ну, я такой человек. Поэтому я просто хочу, чтобы ты убрала это переживание. Я могу не отвечать неделю, но я все равно на связи потом буду, ты же знаешь. Есть периоды, когда не на связи, и на связи, бам, мы с тобой там каждый день. Не встречал я ни одного родителя, который научился это делать. Я понимаю, да. Да, это я в целом. Но попытки не оставлял я. А вы доверяете сыну? Доверяю. Вот прямо целиком и полностью на все. Что у него своя голова, что он сам за свою жизнь ответит, то, что он справится с ситуациями вот на 100%. Вот как самостоятельное лицо. На 99%. 99%? Да. А где 1% спрятан? Чтобы не сходил с пути своего. То есть у тебя есть сейчас путь, да, который ты выбрал. Сила воли, чтобы то, что сходить. Она прошлая запрещеночка была. Да. Ну, это да. Вот, чтобы вот это вот... Я же тебе не просто так про это рассказал. Да. Я не хотел бы, чтобы сзади не рассказывал. Мне нужно, чтобы... И знаешь, когда я это рассказывал, мне нужно, чтобы было, чтобы больше людей об этом знало. Чтобы я как можно... Чтобы на тебя влияли. Да. Чтобы на меня влияли, потому что я понимал, что реально мне нужна помощь. Мне когда... И помощь нужна, почему я боями занялся. Угу. Это вот после развода я пошел вообще под откос. То есть я и развелся из-за этого, так скажем. Из-за лжи развелся про это. Вот именно из-за лжи. То есть все было окей, кроме вот ложь этого. Твоя или... Моя. Моя. Блин, молодой был пацан. Но я сейчас молодой. Прикинь, 18 лет бабки стреляют, Москва. Очень хреновый период моей жизни. Вот. И благодаря вот спорту, на самом деле, тому, что вот я сейчас двигаюсь, занимаюсь, я от этого ушел. Теперь ответь маме, она может доверять в этой теме тебе на 100%? Она будет знать, и она может спросить у меня, я скажу. Ответ? Правду. Да. 99,9%, да. Процентов, да. Ответ правдивый. Даже я вижу, если ты разгоняешься, тебя может нести, тебя несет. Вероятнее всего. Ну, бывают состояния такие. Если вдруг чем-то загорелся, пошел, разогнался. Да, да, да. Я да, таких да. людей, знаешь, как называю? Птица Феникс. Вот пока не сгорит полностью, из пепла не встанет. А у меня я сгораю, устаю. Сгораю, устаю. Да, я и говорю, птица Феникс. Да, им да, надо да. обязательно полностью сгореть. Не бывает такое, что сгорел не полностью, остались ножки. Да, и да. Как-то, да. Только через личные какие-то шишки, спотыкания, падения, да. я что-то понимаю, да. к чему-то прихожу мне. Чужое мнение зачастую неинтересно. Когда я знакомила тебя с папой Ромой, мне показалось, что тебе все понравилось. Это так? Да, сначала, да, все понравилось. А ты помнишь, да, этот день? Да, да, я помню. А потом? Потом, я же говорю, потом я хотел, ну, я хотел, чтобы меня увезли. Я хотел, чтобы я к бабушке ходил. Я не хотел с ними жить. Я взрослеть резко начал. У меня появился характер, начал появляться. И тот мой папа, он военный. Зачастую, типа, он говорит, а мне хоть об стенку. У меня свое на этот счет мнение. И конфронтации случались постоянные. У нас постоянно там, мама там у нас останавливала, там мы в подъезд выходили, уже драться, чего только не было. Давай подытожим. Ты считал, что тебя несправедливо за что-то осуждали, наказывали, ограничивали? Ну да, да, да. 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 Я же говорю, вот это нет, и все, это несправедливо. Я всегда считал это несправедливым. Думаешь ли ты, что я на тебя за что-то обижен? Да. Да, это правдивый ответ.
Я просто посмотрел на глубину. А за что? В детстве там, чтобы не уделяли тебе много внимания. Так, наоборот, я за это благодарен. Ну, я всем говорю, что лучшее сделали, что для меня родители дали свободу. Сложнее было, прикинь, вот меня, тебя, ребенка, да, закинули в левую семью, в рандомно, полностью, ну, все родные мои люди остались где-то, близкие родные. И мало того, что вот ребенок где-то в левой семье, так его еще и чморят в этой семье, засаживают все детство. Что у бабушки, когда приезжали, что все на районе там, потому что Дима всех подговорил. Что даже Полина, даже все, вся семья и все родственники со стороны, кроме деда, наверное, и бабушки, засаживали меня. Мне больше вот за это было. Я не хотел там находиться. Я же тебе помню, что детство, я не хочу с вами жить, я не хочу здесь жить. Я хотел уехать к бабушке. Именно потому, что мне некомфортно было. Ты обиделся на это? Я не обиделся на это. Я в тот момент, да. Да. А сейчас у тебя сейчас есть? Сейчас я понимаю, что очень дохрена фактов, которые сыграли тебе в пользу. Тебе вопрос прям такой, я прям вижу. У тебя есть обида на этот момент? Может быть, неосознанно, нет. Это неправда. Ну вот я же говорю, неосознанно, может, какая-то вот... Ты второй раз говоришь неосознанно, понимаешь, что у тебя детская, понял, вот эта вот обида. Да. Она сидит внутри, ты ее никак не... Да, у тебя это очень сильно она сидит, очень сильно. Детские обиды у меня много, да, но есть и моменты, которым я, допустим, наоборот, в пользу себе, вот, знаю, то, что недолюбленный со стороны матери, да, мне сейчас, допустим, в тактильность очень жесткую, женским полом переросло, мне нравится тактильность, вот, на это все равно влияет психологическая тема. И не понимаю, что может задеть, потому что ну, это период становления. Она двигалась. В любом случае, я сытый был, сытый, одетый, одетый. Была крыша над головой, была. Все. То есть минимальные потребности были. Я не скажу, что мы были нищие, но мы были там достаточно такой семьей скромного достатка. То есть у меня тут на лбу написано же, помню, с чего ты начинала, как жила твоя семья. То есть это не просто так набито на лбу, и то есть сводить я это буду только когда дойду до того, что ну вот я буду понимать, что даже если меня не станет, ни в чем мне они нуждаться не будут. То есть у них есть все для того, чтобы они там были счастливы. Для меня это сейчас вот единственная, наверное, мотивация двигаться. Если бы не она, то много, много моментов, когда я с лестницы сошел бы. А есть за что хочется сказать прости, за состояние или действие, за прошлое? Ну, за то, что так получилось, что вот ты, оказывается, ну, ты мучился, страдал, да, в детстве, что тебе некомфортно было. Я, к сожалению, там, ну, этого не помню. То есть сейчас я узнаю об этом, да, а тогда я этого не понимала. С другой стороны, не чувствую вины. Почему? Потому что я тоже не сладкое мне было. И ты знаешь, о чем я говорю. Я про это сейчас и говорю, да, что я все понимаю. Да. И, то есть я в своих этих проблемах, которые были все-таки, как бы, ну, в семье было все хорошо в нашей, да, вот мы жили хорошо, но сторонние люди, которые вот... Я, по сути, тоже бы там была одна. Да. То есть я и вот со мной ты был, там, папа, да, и все, мои родители были далеко, и некому было мне пожаловаться просто. Вот. И мне было очень сложно. Ты неосознанно, на самом деле, помогла этим самым. Ну, это тоже помогло мне. Я все детство занят был братьями, там, домашними делами. Меня никуда не отпускали, потому что не хотели, просто не хотели вот лишний раз. Знаешь, где-то я там гуляю, да, вот лишний раз не хотел. Им проще было, чтобы я на виду был. Да. Вот это проще. Они переживали за меня, но... Реально было за что переживать. Угу. С грудным ребенком в 7 лет оставляли одного сидеть. Угу. Вот, и я справлялся. Реально хорошо справлялся с этим. И я сейчас не боюсь там, условно на себя ответственность за что-то брать. Мне, ну, мне не тяжело. Я к твоему функционалу бы пришел чуть-чуть к другому. А есть у тебя дедлайновость? То есть последний момент все сделать? Да. Русскому, если дать 21 день, что он сделает в последний день? Ну, это 22-й. Вот да, я такой. Я такой персонаж. У меня я до последнего дотягиваю, когда уже горит быстро тело. А детство на самом деле было как бы, ну, не то что сложное, а ну, мало было приятных моментов. И развод, это переезды, переезд, это смена коллективов постоянно, то есть одна школа, другая школа. Сегодня я поняла, что на самом деле этой обиды просто нет, их нет просто. Самое главное понимает, что все, что мы делали только, чтобы было лучше. Очень переживала за тебя после развода с Кариной. Ты уже это пережил? Блин, я не знаю, да, наверное, но нет. Остаточные какие-то... Давай так, нет. Это правда, ты думаешь. Остаточные какие-то моменты, они есть. Но этот человек постоянно на виду. Этот человек постоянно на виду с другим человеком, понимаешь? А я нашел себе только вот абсолютно недавно, да, вот девушку, с которой мне хорошо.
Видно, что самая сильная реакция вообще из всех, которые там были. Да, но человек постоянно на виду. Сложно. Если тот человек переключился сразу, ушел, да, то меня это постоянно теребило. Я не хотел. Я чувствовал себя виноватым, потому что я действительно виноват. Вот это самое главное, подчеркивающее, чувство вины. Да, да, у меня чувство вины. У меня нет чувства, знаешь, обиды, что я страдаю, переживаю. Нет. Я виноват, потому что это действительно была сильная семья. Это была семья. Это был человек, с которым действительно мне ну, очень хорошо было, который очень мне сильно помог, и с которым можно было дальше идти. Но я это... Поверил в себя больше или что? Я не то... Она отдала, да, она поверила, она дала мне. Вот я бы не стал медийным, если бы не она. Это она меня толкала. Я назад сдавал, все, меня психовал. Переходил, она мне верила, она поддерживала постоянно меня. И этим факт, вот это факт. И потерять такого человека из-за такого дебилизма моего, это было обидно, да, и обидно до сих пор. Ты ей об этом говорил? Нет, наверное. Одна из форм убрать это у себя из головы, это сказать... Мы не общались все эти полгода, мы уже полтора года просто не общаемся. Человек... Пусти я... этого вселенную вон в камеру пусти. Да. Не хочу, честно. Я человек слишком много... сделал уже сделал, за что после, ну, после которого я уже никогда не извинюсь перед ним, потому что я уже считаю ее более виноватой, более хреновой в контексте всех этих ситуаций. Не вот ты, не упоминай нигде про меня, ничего не говори, кто-то, бля, выходит интервью, где она про развод это все рассказывает, как есть. Это лицемерие. Или боль. Это не знаю, мне все равно, что это. Угу. Это слова, не связанные с действиями. Угу. Она ждала от меня этого и хотела, вот, знаешь, это была причина, по которой, условно, слова и действия разнились. И в итоге сама прям это показала. У тебя очень сильные эмоции туда ты не отпустил. Когда про это вспоминаешь, конечно, я да. очень стараюсь от этого. И твои эмоции сейчас, они про ту ситуацию неотпущения. Ты не завершил процесс. Да, 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 да. Как человека я уже не люблю. То есть сначала это как предательство с одной стороны, потом с другой? Да. Там, да, это же были шансы, давались постоянные. То есть это там наврал, простила, наврал, простила, наврал, простила. Это там уже в десятый раз это стало последним. То есть не просто оступился и там кинули, а сознательно к этому шел. И обида на самого себя осталась. Меня это тревожит, наверное, только потому, что я считаю себя безумно виноватым. Я очень некрасиво поступил, и человек действительно для меня очень многое делал. То, что она делала после, объективно, я ее понять могу. Зачем ей думать о том, что подумаю я? Я же не думал, когда врал, когда делал. Понимаешь, я же объективно не думал, что это больно, что это задевает, что там... А я делаю что-то не так... Поэтому, блин, ты всегда ищешь в ком-то виноватых и ищешь что-то, на что можно обидеться. А объективно обижаться только на себя здесь нужно. Это то, что точно нельзя забыть, я не хочу забыть, чтобы не допустить этого вновь. Поэтому сейчас занимаюсь прям конкретной пропагандой спорта и снимаю там какие-то реалити именно про спорт, потому что это действительно то, что помогло мне не сойти с трассы. И я уверен, что очень многим подросткам, которые сейчас, вот, которые не занимаются, вот они могут заняться. Это то место, куда ты выплескиваешь весь свой негатив и всю свою лишнюю энергетику. Карина очень сильная, очень работящая девочка. То есть такая, что у нее тоже есть цель, и она не сидит на месте. За собой тащит очень много людей, очень в стержне, это в ней такое чувствуется. Вот, берет на себя много ответственности. Ну, такая девочка, ну, труженица. Постоянно мы с ней встречались, она меня такими букетами цветов постоянно встречала. То, что она вынесла, как говорят, да, ссоры из избы, там, может, какая-то своя обида была. У всех своя правда. То есть у Жени своя правда, у Карины своя правда. В любом случае он стал сильнее. То есть, как он сказал, я хотел доказать, что я смогу без нее. То есть, получается, значит, она большой плюс сделала, огромный плюс, за что ей большое спасибо. Вы за что переживали? Вот я с ним две недели, по-моему, или три недели я у тебя жила. Он вообще никогда не улыбался. То есть он... Я не знала, что от него ожидать вообще. Потрясение. То есть, конечно, это было очень сильное потрясение. То есть совет тебе. Вот не... Я имею в виду вот... Я понял, о чем. Да. Не отвлекайся. Да, не отвлекайся. Итак, на данном совете мы с вами закроем белый раунд. Много границ я здесь для себя, как минимум, вас увидел.
Я надеюсь, для вас тоже было интересно знакомство, наверное, с тем, что мы здесь как ведем, и, может быть, друг с другом, а самое важное — с самим собой. И поделитесь, как вам первый раунд? Мне понравилось. Интересно. Мне тоже очень понравилось. Я не думала, что будет так интересно. Много в чем я себя убеждаю, типа, знаешь, там, я не переживаю, я забыл, но это внутри сидит, это факт. Но психологически я себя закрываю. Такие разговоры мне очень нравятся. Но при этом это все есть энергия. То есть, понимаете, в чем суть? Есть, как нам говорят, две энергии. Одна хорошая, другая плохая. Хорошее — это когда мы приносим там добро людям, мы там что-то создаем, строим, отнимаем у себя и даем кому-либо другому. А есть плохая энергия, когда мы там якобы что-то забираем, для кого-то ничего не создаем, обижаемся, дуемся и так далее подобное. Это все две энергии, и у них нет никогда показателя плохо или хорошо. Только благодаря двум вот этим энергиям в одном ты пошел, сбалансировал, понял, как надо, а у некоторых не хватает, потому что они сами себя блокируют. Они считают, что вот общество их не примет с этой энергией. А я узнал, что она прям так открыто говорила, что сейчас я, если его отодвину, он, короче, все, ну, типа, там, очень недолго останется, там, короче, ну, сторчится, и все, и с трассы сойдет. И это была одна из тем, типа, что, хрена ли? Ты что, она уверена в том, что все, что я имею, только благодаря ней. Угу. А я сейчас доказал себе, что нет, это только благодаря мне. Ты очень важную вещь сказал, доказал себе. Да. Все, зафиксировали предыдущее, закрываем с вами белый раунд и переходим в синий раунд. Синий раунд – это вопросы от не менее близких вам людей, людей, которые вас знают очень хорошо, у которых есть, может быть, не меньше вопросов, чем у вас друг другу, вам. Поочередно мы один и тот же вопрос спросим у вас друг у друга. Всем привет! Женя, как мы видим, является очень разносторонним человеком. Он занимается блогингом, музыкой, а теперь вот и единоборствами. Елена, к вам вопрос. Нравится ли вам эта деятельность, Женя? И была ли у вас обоих мысль от этого отказаться? Спасибо за ответ. Всем пока. Не только семьи, а дантист, только семьи, хороший мужик. Нравится ли вам, что он этим занимается? Я же говорю, чем именно? Именно боями, ну, да, нет? Да, боями. Да. Но следующий вопрос, который он задал, надеетесь и ждете, что он откажется? Да. Это правда. Теперь самый главный вопрос – это к тебе. Тебе нравится этим заниматься? Да. Да, это правда. И самое главное, тебе очень сильно это нравится. Это не просто нравится, это прям… 2 года назад я не то что перчатки не одевал, я никогда в жизни на улице не дрался. И это одна из того, вот один из доказательств для меня, что я могу заняться чем угодно. Что бы я ни захотел, я реализую, если я очень этого хочу. Первый раз выступил через 2 месяца после того, как первый раз перчатки одел. Я уже выступил, вышел подраться. Это был сильный нокаут. И вместо того, чтобы все начали говорить: все, сейчас он точно завяжет. Вот сначала говорили, что он точно завяжет после первого спарринга, когда получил. И самое интересное была реакция мамы. Вы видели бой, в котором была? Да, она была. Это был первый единственный бой, на котором она была. Это был первый единственный бой, на котором я была. Она была, и меня там выключили очень достаточно и добивали сильно, нормально. Так. А для меня это послужило такое: не-не-не. Какой момент должен произойти, чтобы ты завершил? Я каждый раз говорю, что вот-вот-вот-вот, но нет, я хочу. А нравится больше именно какая сторона? Нет. Это популяризация или сам… Да, популяризация, это знаешь, вторичное. Сам процесс. Этого. Сам процесс, я кайфую с этого. Подготовки, темы, новые знакомства, вот эти вот, знаешь, смена жизни, постоянно… А давай там… так, если бы тебе предложили выбрать профессиональную серию каких-нибудь ММА, либо в блогинг, но без драк. Я не буду блогингом, не хочу блогингом. Нет, я бы, если из двух этих, я бы был бы по ММА. Да. И то не ММА, бокс скорее. Да, да, да. Ну, я имею в виду спарринговые все эти. Да, да, мне больше нравится драться. А вам? Класс. Смиритесь с выбором, если только… Ну, а куда мне другого? Это у мамы хоть год. И был первоначальный страх, но она как-то это пережила. Нет, она не переживет это никогда, мне кажется, это просто мама не будет ездить на твои бои дальше. Я не могу смотреть, как он дерется, даже не смотрю, когда вот запись. Я говорю, в дальнейшем, скорее всего, не будет, да, и… А это мой лучший друг. Вот следующий лучший друг. Следующий – это мой лучший друг, мой, это, скажем, единственный друг, который я считаю именно другом. Это вот мое
моя противоположность полная. Он спокоен, он рассудителен, я же вспыльчивый. Мы как инь-янь, да. Всем привет, друзья. Ребят, вы так или иначе оба занимаетесь бизнесом. Скажите, пожалуйста, хотите ли вы сделать что-то серьезное совместно? Спасибо за ответ. Я да. Это правда? Нет. И это тоже правда. А... С семьей бизнес не стоит. Рассчитывайте на большую помощь, чем она звучит. Хочется ли больше поддержки? Ну да. Именно о совместном. И скорее всего это что-то, наверное, о популяризации. Да. Это не бизнес, видишь, это другое. Но это, скорее всего, ближе еще к популяризации. Сейчас бизнес-популяризация, это для вот очень... Поэтому я же вот буквально к этому пришел, реально пару дней назад сказал, что тебе нужно преображаться, меняться, ты лицо. Тебе нужно... Давай тогда тебе другой вопрос. Я надеюсь, что вот это вот, куда она сейчас попадет, это ее сподвигнет к этому. Жень, ты боишься потерять время, может быть, ресурс, может быть, шанс, помогая маме с бизнесом? Нет. В популяризации или еще чего-то? Что я боюсь потерять свое время? Да. Нет. А почему ты считаешь, что не надо помогать, имея возможность помочь? Потому что это, мы уже сталкивались с общими финансовыми темами. А, это, есть опыт? Это нет. Я по-другому отношусь к этому, понимаешь? Она другого формата человек. Я считаю, с семьей бизнес никогда не строит. Но разновидение. Не строит с семьей бизнес. Угу. Я это не знаю. Я брату пытался пристроить к семье и там постоянно... То есть... Есть очень большая сложность, правда, в этих словах, да. Я объективно очень, во-первых, требовательный, а во-вторых, я говорю как есть и очень в грубой форме. Вот, я не хотел бы все это вымещать на тебя, а в деле я такой. То есть строя один дом, можно потерять другой. Да, я не стану другим, я не спрогнусь, я не уступлю. Понимаешь, я буду пробивать то, что мне надо. А это конфронтация между мной и тобой. Ты впечатлительная. Третий вопрос. Это папа. Всем привет, ребят. Если Жене поступит предложение о работе, из-за которого надо будет надолго уехать из страны, вы спокойно к этому отнесетесь? Ждем ваши ответы. Пока-пока. Я да. Если мне нужно будет уехать из страны надолго, я спокойно к этому. Я поеду. Это папа, да? Да. Да, прям хладнокровный, даже ни за что не зацепился, правда? Я, конечно, нет. У вас привязка должна быть обязательно. У вас должно быть страховочное сзади, поэтому да, ответ правдивый. Ну, дело в том, что хочу сказать, что ну, даже если он решит уехать, да, мне, конечно, будут переживать, я, конечно, к этому отнесусь не положительно, понятное дело, да, но придется смириться и... Вы сами видите за границу, оставив все? Я? Нет. Почему? Нет, мне здесь хорошо. Не, ну сейчас-то я не уеду. Это я клянусь тебе, это реально я здесь чувствую себя дома. Даже по практике многих лиц, которые уехали... Да, я чувствую себя здесь дома. Я знаю, что Россия та страна, в которой можно развиваться, если хотите. Есть у каждого шанс есть чего-то достичь. Возможности дает наша страна много. Это был синий раунд, мы его завершаем. И переходим к фиолетовому раунду. Фиолетовый раунд – это некая терапия, в котором я буду подводить под итог все, что здесь услышал. Все, как вы в диалоге показали, где вы что-то скрыли и как это можно поменять. Подобная рефлексия сама по себе, которая здесь происходит, как диалог с самим собой, она помогает людям расти. Вообще, один из инструментов, который нужно приводить себе для полноценного психического, психологического равновесия, это рефлексия. Разговор с самим собой, а не обманываю ли я сам себя. Здесь мы приблизительно это и начали. То есть, что обман всегда начинается с самого себя, не с человека, с которым ты ведешь диалог, а с самого себя. Твоя импульсивность и форма доказать людям, что ты неплохой, что у тебя есть стремление, знаешь, это, скорее всего, наверное, про другое. Это когда есть очень много, а деть-то некуда. Это как деньги есть, а купить нечего. То есть куда это потратить, и у тебя обесценивается само появление этой купюры. Вот твоей купюрой является твоя эмоциональность, твое умение адаптироваться. У тебя колоссальное количество классных навыков. Но без точного применения они начинают превращаться в... как сказать, некую задиристость, игровую форму, где-то задевать чувствами людей, эмоциями, чуть-чуть распластать. В этом веселье колоссальное.
Все психологи как один заявляют о том, что успешный человек во многих процентах находится именно с данным комплексом. Комплекс непоседы. Это активная двигательная функция. Называется функция СДВГ. Функция дефицита внимания мозгом отделу мозжечка. И тем самым у человека большое количество энергии, шило в попе по-научному со стороны Советского Союза. Да? И эту энергию надо обуздать каким-то образом. Родители очень часто не справляются с этой обязанностью. Поэтому есть много обид о том, что не досмотрели, не додали, не доделали, где-то попытались поограничивать, но это их никогда не сдерживает, это, как ты говоришь, закаляет, это заставляет где-то прорываться, расти, как цветок через фундамент. Фоль, да. Но ты в 18 лет, когда принял решение выйти за круг дома, ты перешел в другую стадию. И тебе к ней надо было адаптироваться. Адаптация был у тебя брак, да, который привычки адаптирования и вот эти вот небольшие триггеры теребить, которые были детскими, сохранилось как привычка. И ты можешь выйти и дальше при взаимоотношении с людьми, друзьями, подчиненными, близкими, да как угодно. Они это могут воспринимать в дальнейшем как обиду, не понимая корневую систему. Это как раз то, о чем изначально тебе говорила мама, если ты возьмешь это в коммуникативный навык, то будет, может быть, другой результат. Но опять же скажу, это надо делать только когда созреваешь. И совет взрослого часто ребенку непонятен. Совет мудрого человека не будет понятен человеку без опыта. Как? Вот ты говоришь, типа, это обуздать. А как? Я не понимаю. Обуздать, я тебе говорю, не учись этому, а наблюдай за этим. Наблюдение. Не так давно я начал это делать. Да, наблюдение – это верный шаг к изучению. Вот знаешь, когда ты начинаешь ломать себя, то есть хорошо работающее действие ты начинаешь ломать, ты, скорее всего, в действительность придешь никуда. Это не должно заменить одно другое, это должно уже работать, будет в паре. Дополнять. Чаще всего, когда говорят «учись, поменяй», как будто надо что-то выкинуть, что мне очень нравится, мне приносит веселье, я освобождаю там энергию, я коммуницирую, я получаю восторженные какие-то комментарии. Зачем мне от этого не отказываться, а дополнять? Создай этот момент, попробуй, посмотри, как можно к этому еще что-то добавить. И поверь, там вырастет более уверенная фигура. И в конечном итоге ты будешь сам понимать, как лучше балансировать. Перейдем к маме. Очень важный вопрос я тебе сказал. Почему мама хочет создать с тобой бизнес? И в этом кроется очень многое. Ты говорил о том, что вы с мамой очень похожи по энергетике. Хотите получить второй шанс раскрытия себя? Да. Он выпадает в жизни не так много, а иногда последний раз. Время уходит, амбиции становятся меньше. Вот мама, наверное, так же, как и ты, была заряжена, там, полная ракета топливом, да, вот она идет, она не понимает, куда его столько девать, его больше на меня одного, их можно на 10. Но со временем все равно ты приходишь, что топливо остается на одного себя, и ты понимаешь, что раз есть тенденция угасания вот этой всей энергии, потом может ее не хватить для создания, для публикации и еще источника его питания. Как мы говорили, положительные и отрицательные комментарии, они дают подстежку к чему-то. Они дают себя правильно балансировать. Они заставляют тебя вырабатывать эту энергию. У мамы это и должно быть как вызовом. Бизнес, медийка, создание чего-либо с тобой – это попытка руки помощи не просто шанса одного, а почувствовать эту вибрацию, энергию, которой можно подпитаться, поискать ее источник. Поверь, скорее всего, там один шанс, он может быстро вспыхнуть и исчезнуть. То есть здесь должно что-то разгореться. Здесь надо чуть побольше внимания с твоей стороны. А если внимание, то это терпение. Если это терпение, то это и немножко других навыков. В действительности это может вас законнектить в неправильном направлении. То есть, наоборот, растолкнуть. Попробуйте найти в этом общий диалог. Ты вот говоришь, да, вот попробуйте, то так вот прям вот, как будто вот оно сейчас вот так и происходит. Да. Не было обстоятельств, которые к этому привели бы. То есть какой-то возможности куда-то нормально, грамотно запернуть, чтобы это был опыт, к которому она прикоснулась, она действительно в полной мере поняла, что это за опыт. Не понравится именно процесс, не понравится, плохое впечатление останется, и она подумает, что это не то, к примеру, да. Сейчас же выпал просто вот момент, появилась возможность позвать ее туда, где я уверен, что все обстоятельства там, они максимально крутые. И там уже ее вывод, это будет заключаться только из ее действительного желания или нежелания принять в этом участие. То есть обстоятельства создам классные, а дальше будет все зависеть только от нее.
Было ли чувство или есть на данный момент, что где-то потерялись? Да, мне такое ощущение, что я как в такой жизни как будто... Не своей. Как будто не тем должна заниматься, то ли не этим и еще другим. То есть как будто какая-то нереализованность. Знаешь, на что похоже? Это когда совершаешь очень много ошибок, к примеру, и ты настолько себе перекрываешь кислород, путь, что потом, когда ты приходишь к этому, думаешь, блин, ничего себе, я здесь как бобер плотину наставил. Теперь надо убрать эту плотину. В жизни ее мужчины там никогда не баловали. Там, единственное, кто баловал, это я. То есть она впервые в жизни почувствовала себя там девочкой, которая там балует, там дают там какие-то девичьи вот эти вот потребности какие-то сделать на себя, потратить с собой за них. Я именно давал там деньги и говорил ей, не вези их никуда, потрать, пойди на себя сейчас. Также дам возможность, которую никто не смог бы дать из рядом стоящих с ней людей. Вот. Это про баловать, давать какой-то дополнительный шанс. Он через себя переступает, и именно к вам. У вас есть какое-то, ну, не бесконечное, но по сравнению с другими, это точно бесконечное количество совершить ошибок, действий, получить прощение, понимание и взаимодействие. У него только пока что я вижу это вы. Ну, может быть, я не знаю, друг, ну, это навряд ли. Чуть-чуть делает больше, чем бы хотелось, как оправдательная функция. Но при этом есть внутри в действительности обиды, которые он не хочет вытаскивать наружу, чтобы сказать, что полноценно готов влиться на все 100% в помощь, взаимодействие, потому что сам никогда этого, может быть, не видел, не чувствовал. И вот это возобновление открытого, вот вам надо залезть туда, в болезненные темы, и это почистить и убрать. Поговорить об этом, может быть, чуть больше. Есть внутренние обиды, но непонимание, что вместо них положить, это является проблемой. Здесь мы уже этому не научимся. Но нужно учиться делиться победами, благодарностью с побед, диалогов, поддержки. Где-то более открытого диалога с Женей. Именно внутренних чувств. Расскажите о себе, научите себя больше понимать. То есть вот эта внутренняя потерянность, она чувствуется как холодность общения. Я вот зачастую, он говорит, я там похотела, да, а почему ты не говорила? То есть я же не нахожусь с тобой рядом постоянно. Я не тот человек, который будет догадывать, типа, мне же просто сказать это прямо нужно. А вот я многое не знаю, потому что ты просто не говоришь. Почему? Держите в себе. Я просто, дело в том, что я не знала, что это можно было, и сын пригласил меня и сюда, то есть как бы мне еще и там за плечами, то есть еще будет что-то. То есть как бы это на все к этому идет. А что... Ну, реально. Давайте вам еще один ключик дам по поводу Жени. Вот у вас есть такое, но надо чуть-чуть смягчить, надо вот чуть-чуть недоделать, надо посмотреть, как это все сработается. Это его раздражает больше. А когда вы скажете «нет, здесь и сейчас», это вызовет у него, наоборот, внимание и энергию к вам и к данной задаче. Просто если вы будете перегибать, ломать, он там уйдет, как из дома ушел. А если это правильно закидывать, и он будет это крутить в голове, как это сделать? Но он почувствует в этом энергию, он почувствует там сопротивление, он захочет туда зайти. А здесь сопротивляться, когда это еще и вялотекущее, и очень важным вопросом у нас здесь был 50 на 50, да, вот единственный вопрос, стоит ему вливаться туда или не стоит? Он сам для себя не решил эту дилемму. То есть зачем лететь на планету, которая не имеет тепла, да, ну, скорее всего, она будет просто мертвая, там, какая-то планета. Можно попробую там что-то сделать. Но это все отогреть достаточно очень тяжело. А вот если там есть какое-то зарождающее... Я не вижу. И тогда пойдет. А как он это поймет, если вы все время закрываетесь, стараетесь сгладить углы и сделать комфортно? Согласна. Вот то, что вам не понравилось его общение там с людьми, да, к примеру, он говорит, там есть подчиненные, это его форма провокации посмотреть. А есть ли там энергия? Есть ли в этом человеке энергия? Он может сказать, он может защитить свою позицию, он может внести через защиту что-то новое, какой-нибудь экшен. А, нет, не можешь, ну, тогда ни с этой стороны, ни с этой неинтересно. Ну да, я согласна. И здесь с ним должен быть диалог примерно точно такой же. Бизнес – это сегодня в медийке в особенности. Сегодня актуально, завтра нет. Да иногда даже через полчаса это уже неинтересно. Вот подумали про себя, блин, я так же и думал. Вот это вот желание у доски, когда хотел сказать, не сказал, а потом сожалеешь еще 2 года, почему ты об этом... Вот в медийной сфере этого времени нету. И поэтому, если вы будете откатывать, это может быть заведомо неинтересно. Захотели, подумали, сделали, и вы так раскроетесь, и вас поймут больше, и станете интереснее и обществу, и самой себе. Это через уважение, это вот здоровый эгоизм, когда ты не наступаешь никому на горло, но в то же время ты забираешь свое. Да, круто, это, конечно, да, вот это вот развернутое. Да. На этом всем я тогда буду с вами заканчивать.
Это был фиолетовый раунд. Мы на нем завершаем наше шоу. Надеюсь, вам было интересно. Вы очень много для себя открыли. Это была достаточно увлекательная беседа. Я надеюсь, мы очень много тем с вами в действительности затронули. Да. Нашим зрителям советую подписываться на нас, не пропускать наше шоу дальше. В данном выпуске, если вы нашли что-то, что вам было интересно, те вопросы, которые вы нашли общими с нашими гостями, пишите о них, делитесь своими комментариями, впечатлениями. Будем очень рады. Это было «Честное слово». Увидимся. Я скептически сам немножко относился, но когда в процессе стали общаться, во-первых, я в своих каких-то моментах разобрался в том, что я уже объективно делаю, да, по наитию делал, но не придавал этому значения. Момент я запомнил очень хорошо про разговор с самим собой. Разговаривать с самим собой действительно нужно, и чтобы понять как минимум себя, нужно научиться с собой общаться. Ну и в целом, объективно, это безумно крутой опыт, знаешь, такой... эмоциональный такой, очень много эмоций, очень интересные эмоции для меня, какие-то первые. Короче, я в восторге. Очень переживала, я лично очень переживала и не знала, как это все будет, потому что вопросы на самом деле откровенные, нужно было отвечать честно. Такие беседы, они наоборот скрепляют близких людей, потому что мы боимся раскрыться, почаще общаться со своими родными, и тогда все будет классно. Я очень благодарна команде, что позвали, это было все очень круто, спасибо огромное. Ну, я на самом деле не знала, только про твое давнее желание сниматься узнал. У меня это все остальное, да я и про тебя еще так понимал. Даже если ты не говорила по наитию, понятно. По твоим реакциям, по тебе, в принципе, понятно. Но вот то, что ты искренне хотела медийку все это время, это, ну, это правда для меня новое. Ну да, я согласна. Но дело в том, что на самом деле это как ты сказал. Вот. Но по поводу того, что ты мне сам об этом говорил, ты говори мне конкретно. А я, бывали такие моменты, что я вроде как сказать, а вроде стесняюсь сказать, или неудобно, или вот сама вроде как, знаешь, бывает, что... Я себе стеснялся в Краснодаре. Бываешь, как, знаешь, режешь, да, и ты боишься отрезать, и боишься больно сделать, и вот то же самое. То есть ты говоришь конкретно, говори конкретно. То есть как бы это объяснять вообще... Объяснять свою позицию. Я с детства тебя просил объяснять. Но никогда ничего не объясняли. Да, ну...